Комбайнер Сергей Могильный в профессии более 10 лет. В зерноуборочную страду работает с раннего утра и до позднего вечера. В среднем за день обрабатывает 30-35 гектаров полей. Выходим на 7 часов. Обслуживание, техобслуживание идет. И начинается уборка. Допоздна. Ну, в зависимости от погоды. Сельскохозяйственный кооператив «Витязь» находится в селе Коробочкино Чугуевского района, лидера нынешней зерноуборочной кампании. На 730 гектарах пахотной земли в этом году собирают урожай зимы пшеницы, ячменя, подсолнечника и гороха. Также предприятие выращивает овощи, лук, свеклу, морковь и капусту. А работают здесь всего 25 человек. У нас хороший урожай в этом году дал горох. Дал у нас 40 центнеров урожай. Качество гороха хорошее. Ну, понятно, потому что весной были дожди, и для гороха это были идеальные условия. Температура невысокая, не жарко, дожди. И горох удался, получился. Это самый высокий урожай за все годы, что мы когда-либо его выращивали. Михаил Золотарев рассказывает, после плохих всходов озимой пшеницы рискнули и поле перепахивать и пересеивать не стали. Дождливая весна и внесенные удобрения помогли исправить ситуацию. Сейчас на этих полях собирают по 52 центнера с гектара. А вот на одном из экспериментальных участков выращивали пшеницу «Подолянка Элита». Здесь урожайность составила уже 90 центнеров. Все зерно оставили на семена. Средняя урожайность озимой пшеницы по Чугуевскому району составляет сегодня 58,7 центнера с гектара. Это наивысший показатель по Харьковской области. Подчеркну, что Чугуевский район всегда показывает довольно-таки высокие урожайности, благодаря правильно взвешенной политике, которая при формировании структуры посевных площадей, использовании ранних сортов, достаточно удобрений, всего-всего-всего, то, что делает настоящий хозяин. 95 единиц техники, более 80% у нас техники импортного производства, как мы видим. Поэтому пожарные нормы, все выполняется, поэтому особых проблем я не вижу. Еще одна агрофирма Чугуевского района – «Надия». Уборку зерновых уже завершила. Теперь первичной переработкой урожая занимаются на таку. Очищают от остатков соломы, калибруют и убирают поврежденное зерно. Весь процесс автоматизирован. За час очищается 80 тонн пшеницы. Этот ток, он, скажем так, полустарый, полуновый. Еще до реконструкции, еще до стройки. Он сейчас рассчитан на 5000 тонн пшеницы. Все, больше сюда пока не влезет. Пшеницы. Удельного веса пшеницы. Если это будет семечка или ячмень, его больше. До 7000 тонн. На сегодняшний день аграрии Харьковской области собрали урожай зерновых и зернобобовых в размере 1 700 000 тонн, что составляет 64% площадей. Надежда Тофан, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».